Ну и видок у меня. Здравствуйте, друзья. Сегодня 24 августа 2018 года. Я иду сейчас на почту, в наше почтовое отделение на Горького 68, 45 отделение. Пришла очередная посылка из Китая. Я заказал для Наташи в подарок ей смартфон Xiaomi Redmi 4X. Ну, такой же, как у меня, потому что я очень доволен своим телефоном и заказал ей в подарок такой же. Так что сегодня мы его посмотрим и распечатаем вместе с вами. Ну, давайте теперь, друзья, распечатаем этот телефон. Так, ну первое, что показалось, это переходничок. Извлекаем его из коробки. Так, это у нас, я думаю, в виде подарка. Да, силиконовый чехольчик. Ну, я просил, чтобы подарок положили. И вот как раз положили силиконовый чехольчик. Хорошо. Спасибо. Так, ну и вот такая коробочка 4X. Немножечко так она тут деформирована, но это не страшно, я думаю. Это приложение на Facebook ВК. Благодарственная записка. О, спасибо вам. И теперь мы открываем коробочку. Вот такой телефончик. Это телефончик для моей Наташи. Так, посмотрим, что там еще в коробочке. Так, ну это инструкция. Кабелечек такой небольшой. И зарядное устройство. Вот такое зарядное устройство, как и у меня. Так, все. Так. Ну, в общем-то, вот и все. Телефон дошел. Сейчас я его вскрою, вернее, заведу, включу, и Наташа будет пользоваться.